Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. До вашої уваги будуть в цьому відео будуть представлені речі або девайси, які будуть продані на аукціоні Віоліті. Ссылка на даний девайс в описі. До вашої уваги перший девайс – це iPhone 5S. Ось, зараз ми його включимо. Включається у нас зверху. Ось, другий девайс – це у нас також iPhone 5S, но вже тут сканер відпечатка пальця, тут без сканера відпечатка пальця до одного телефону. Ось тут такий по 50 см у нас кабеля. Ось. Ось такі ось кабеля айфоновські. Так, один уже телефон. Один телефон вже включився. Зараз подивимося. Ось, телефон, в принципі, весь працює, все чудово працює. Настройках у нас зараз, бачите, iPhone Hood. Так, так, де у нас там? Дуже багато на всяких девайсів, програм. Так, есть навігація. Ось, основний. В этом устройстве, что там было? iPhone, так, iPhone 5S, версия ПО 12.5.4. Так, емкость памяти 16 гектар. Ну, вот такие у нас, такие у нас девайс. Це в даному девайсі працює, камера працює, ось, все у нас працює. Чудово, ще раз нагадаю, є відпечаток пальця, ось календар, камера. Це є сим-карти, звісно. Ну, громкость максимум. Ось такий ось телефончик буде продаватися на Віоліті, ссылка в описі. Старт з 1 гривні. Ось, різні почти. Ну, це, в принципі, стандартно, як для старенького телефончику. Тоже не можу його настроїти. Чому? Спережу, напишу привіт. Hello. Окей, сим-карти у нас недоступні. Так, ставлю русский язык. Україна. Установка язика йде. Сим-карти там не встановлено. Що я не можу далі зробити? Не працює телефон, ось ця частина екрану, тобто XE. Ну, тому я не можу ввести ні паролі. Ось, треба необхідно в даному девайсі заміна. Заміна екрану, або там щось підчистити, не знаю. Ось, в принципі, бачите, всі ці екрани хорошо працюють. Не працює тільки ця частина, ця частина екрану, і то не все. А працює, верх працює, все працює. Не працює тільки тут, назад, щось. Ось так. Даний телефон у нас знаходиться в такому шифлі, бампері захисному, так і не буде продаватися, з кабелем. Зараз покажу цей вигляд даного девайсу. Запустіть. Українська, українська, змінна мова.
iPhone 5, GNS, по-моему, iPhone 5 обычный. Ось. Може комусь потрібне на запчастини. Ось. Будуть виставлені на аукціоні Віоліті. От. Ну і у нас на черзі планшет 10-дюймовий. Зразу кажу, щось він в мене підключує, чи потрібно змінити ПО. І так, видите, запускається страничка робот. Select. Загружається Android. Дуже длинна загрузка. Чесно, запускається через раз. Это раз запустилось с зарядкой. Вот. Что дальше у нас? Дальше пошла картинка. В принципе, весь экран целый. Сейчас покажу в дальнейшем видео. Есть сколы. Кстати, у нас планшет Hewlett-Packard. Вот. Сейчас он запустится, я вам быстренько покажу, если получится, потому что там что-то подвисает. Или его надо перепрошить, может кто-то с умельцев купит, перепрошеет и будет все чики-пуки. Вот. Все, запустился данный планшет. Вот. Подвисает. Какая-то ошибка. Вот, кстати, может даже посмотрим настроечки. Вот сеть Wi-Fi подключается, вон значок видно, он сеть Wi-Fi подключает, батарея на 12% разряжается. Вот так, что тут у нас система это, а нет, о планшете. Планшете, ну видите, в принципе, работает. Touchpad, модель Touchpad 9-9. Так, тут он меняет просто, да. Не видно. Какой-то версия Андроида. Так, Google, специальный аккаунт, учитывая местоположение, хранилище. Свободно 11. Так, 16-гектарный. Так, USB где-то стоит. Наверное, виртуальное написано. Приложение уведомления. Ну, такой, в принципе, планшет. Работает тут очень туговато. Wi-Fi, в принципе. Для копии аккаунта. Ну, не знаю, что тут еще. Мама подклятый, в принципе, больше ничего. В принципе, запустился. Play Market установленный. YouTube, по-моему. Не знаю, сейчас потянет, не потянет, но я же говорю, походу данная версия требует перепрошивки или еще что-то. Точно сказать не могу. Вот. Очень медленно, видите, запускается. Ему еще, походу, нужна специфическая зарядка. Возможно нет, возможно у меня плохие зарядки, не знаю. Лежит очень давно, привезенный, кстати, с Америки. Вот имеет вот такие вот у нас трещины на микрофонах. Вот. Говорили, что со времени не падали. Вот. Тут вот такой вот на микрофоне трещина. Вот, все открываю, все показываю. Видите, еще до сих пор не запустился. Так, держу на зарядке. Вот. Внешней стороне Hewlett-Packard. Вот, кстати, тут, наверное, такая вот антиклюшка здесь, понимаете.
какие-то там данные есть, не знаю. Такие вот тут такие вот данные есть. Все. Все, он потух. Пропал контакт. А, не потух, видите. Я думал, что потух уже. Ну, как видите, YouTube он, в принципе, не запустил. Очень долго думает. Я же говорю, какому-то мастеру. На руки было бы отлично. Ну, на этом наше видео завершается. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на моем YouTube канале. Пишите, ставьте лайки. За это видео сильно не кричите. Но хочу продать, хочу людям показать, что продает. Всем пока. Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. До вашої уваги будуть в цьому відео будуть представлені речі або девайси, які будуть продані на аукціоні Віоліті. Ссылка на даний девайс в описі. До вашої уваги перший девайс – це iPhone 5S. Ось, зараз ми його включимо. Включається у нас зверху. Ось, другий девайс у нас також iPhone 5S. Но вже тут сканер відпечатка пальця. Тут без сканера відпечатка пальця до одного телефону. Ось тут якийсь по 50 сантиметрів у нас кабеля. Ось. Ось такі ось кабеля айфонівські. Так, один уже телефон. Один телефон уже включився. Зараз подивимося. Ось, телефон, в принципі, весь працює. Все чудово працює. Настройках у нас зараз. Бачите, iPhone ход. Так, так, де у нас там? Дуже багато ну, всяких девайсів, програм. Так, є навігація. Ось, основний. В цьому устройстві, що це буде? iPhone, так, iPhone 5S. Версія ПО 12.5.4. Ну, так, ємкость пам'яті 16 гектар. Ну, ось такий ось у нас. Такий ось у нас девайс. Все в даному девайсі працює. Камера працює. Ось. Все у нас працює. Чудово. Є світ, ще раз нагадаю, є відпечаток пальця. Ось календар, камера. Це є сім-карта, звісно. Має громкість максимум. Ось такий ось. Телефончик буде продаватися на Віоліті, ссылка в описі. Старт з 1 гривні. Різні почти. Ну, це, в принципі, стандартно, як для старенького телефончику. Другий iPhone теж не можу його настроїти. Чому? Я спереджу, напишу привіт, hello, окей, сім-карти у нас недоступні. Так, ставлю русский язик, Україна. Установка язика йде. Карта не встановлена. Що я не можу далі зробити? Не працює в телефоні. Ось ця частина екрану. Тобто XE. Тому я не можу ввести ні паролі. Ось. Треба необхідно в даному девайсі заміна. Заміна
екрану, або там щось підчистить, не знаю. Ось, в принципі, бачите, всі центральні хорошо працюють. Не працює тільки ця частина і ця частина екрану, і то не все. А працює, верх працює, це працює. Не працює тільки тут, назад, щось. Ось так. Даний телефон у нас знаходиться в такому щеклі, бампері захисному, так і не буде продаватися, з кабелем. Зараз покажу цей вигляд даного девайсу. Запустіть. Українська, українська, зміни мова. iPhone 5. Вже не S, а, по-моєму, iPhone 5 обичний. Ось. Може комусь потрібний на запчастини. Ось. Будуть виставлені на аукціоні Violeti. От. Ну і у нас на черзі планшет 10-дюймовий. Зразу кажу, щось він мене підключує, чи потрібно змінити ПО. І так, видите, запускається страничка робот, Select, загружається Android, очень длинная загрузка, чесно, запускається через раз, этот раз запустилась зарядкой, вот, что дальше у нас, дальше пошла картинка, в принципе, весь экран целый. Сейчас покажу в дальнейшем видео, здесь сколы. Кстати, у нас планшет Hewlett-Packard. Вот. Сейчас он запустится, я вам быренько покажу, если получится, потому что он что-то подвисает. Или его надо перепрошить, может кто-то с умельцев купит, перепрошеет и будет все чики-пуки. Вот. Все, запустился дальнейший планшет. Вот. Подвисает. Вот. А приложение. Это вот какая-то ошибка. Ошибка. Вот, кстати. Может даже посмотрим на строечки. Вот. Сеть Wi-Fi подключается. Вон значок видно. Он сеть Wi-Fi подключает, батарея на 12% разряжается. Вот, так, что тут у нас система, а нет, о планшете, ну видите, в принципе работает. Touchpad, модель Touchpad 9, 9. Так, а, тут надо менять просто, да. Не видно. Какой-то версия андроида. Так, Google, специальный аккаунт, учитывая местоположение, хранилище. Свободно 11. Так, 16-гектарный. Так, USB где-то стоит. Наверное, виртуальное написано. Приложение уведомления. Планшет работает тут очень туговато. К Wi-Fi, в принципе, нет резервной копии аккаунта. Ну, не знаю, что тут еще. Ну, на подкляться, в принципе, больше ничего. В принципе, запустился. Play Market установленный, YouTube, по-моему, не знаю, сейчас потянет, не потянет, но я же говорю, походу данная версия требует перепрошивки или еще что-то, точно сказать не могу. Вот,
Очень-очень медленно, видите, запускается. Ему еще, походу, нужна специфическая зарядка. Возможно, возможно, нет. Возможно, у меня плохие зарядки, не знаю. Лежит очень давно. Привезенный, кстати, с Америки. Вот имеет вот такие вот у нас трещины на микрофонах. Вот. Говорили, что со временем не падали. Вот. Тут вот такой вот на микрофоне трещина. Вот, все открываю, все показываю. Видите, еще до сих пор не запустился. Так, держу на зарядке. По внешней стороне Hewlett-Packard. Вот, кстати, тут, наверное, такая вот антиклюшка здесь, понимаете. Какие-то там данные есть, не знаю. Какие вот тут такие вот данные есть. Все. Все, он потух. Пропал контакт. А, не потух, видите. Я думал, что потух уже. Ну, как видите, YouTube, он, в принципе, не запустил. Очень долго думает. Я же говорю, какому-то мастеру. На руки было бы отлично. Ну, на этом наше видео завершается. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на моем YouTube-канале. Пишите, ставьте лайки. За это видео сильно не кричите. Ну, хочу продать, хочу людям показать, что продает. Всем пока.